Согласно нашей жеребьевке, первый раунд – это раунд кандидата на пост президента Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова. Геннадий Андреевич, 2 минуты на представление, я уступаю свое место возле экрана. Уважаемые избиратели, сегодня Россия корчится в муках. За последние годы она потеряла 70 тысяч производств и 10 миллионов своих сограждан. Я все сделаю для того, чтобы бюджет был утроен. Для этого верну в Россию Стабфонд, национализирую основные сырьевые ресурсы и стратегические отрасли. Это позволит резко увеличить финансовую базу. На богатых будет введен прогрессивный налог. Те, кто получает меньше 10 тысяч, будут отменен для них налог. Первое, поможем детям, женщинам и старикам. Сегодня 70 рублей пособие для детей – это позор нации. Детское пособие будет прожиточный минимум для ребенка – это 5 тысяч рублей. Что касается пенсии, пенсия будет утроена. Реальная пенсия сегодня 8-10 тысяч. Квартплата и коммуналка не будут превышать больше 10% семейного дохода. Что касается базовых специальностей, учитель, врач, инженер и ученый, военный, рабочий, крестьянин, минимальная ставка их зарплаты должна быть примерно 15 тысяч, а в принципе надо удваивать. Я считаю, что надо все сделать необходимое для того, чтобы восстановить прежде всего союз России и Белоруссии. Для молодежи гарантирую бесплатное образование вплоть до высшего и считаю, что эта гарантия должна подкрепиться настоящими рабочими местами. Огромные средства будут вложены в современное производство и поддержку науки и образования. Сегодня на науку и образование тратятся гроши. Почти 800 тысяч специалистов высшей квалификации вынуждены убежать за границу и там обогащают другие страны. Я все сделаю для того, чтобы подавить преступность и прежде всего коррупцию. Для этого президент, правительство должны показывать реальное соблюдение законов. И считаю, что это вполне нам по силам. У нас есть команда и есть исторический опыт. Мы не раз спасали страну в самые трудные моменты.